Всем приветики. Купила мне мама вчера такой вот фонарик налобный, как подарок к Новому году. Ну, это довольно-таки нужная штука для меня. Была в такой вот коробочке. Мощная, высокомощная лампа для головы. Вот. Даже пишет, что он waterproof, то есть не боится воды. Сохраняет энергию. Алюминиевый корпус. А дальше непонятно, что на русском здесь, конечно же, ничего нету. Здесь две картинки одинаковые, да, на русском ничего нету. Да. Внутри в комплекте идет провод для зарядки. Он, кстати, что круто, работает от аккумулятора. То есть не нужно постоянно менять батарейки, на батареек тоже денег не напасешься. А вот разрядился, вставил, вот как для телефона зарядка. Вставил micro USB, зарядил. Единственное, что нету блочка, но блочок от телефона можно взять и заряжать. Хотя непонятно, телефон дает 2 ампера, может 2 ампера это много для аккумулятора. Просто чем быстрее заряжается аккумулятор, ну чем больше ты даешь ему ампер, тем быстрее он заряжается, тем быстрее он будет... чем быстрее будет укорачиваться его срок службы. То есть чем медленнее он заряжается, тем дольше он прослужит. Поэтому непонятно, сколько там у него. Ну вот. А фонарик сам по себе вот он такой. Это, кстати, магнит. То есть можно даже не на голову одевать, так-то он для головы, а просто, например, к чему-то примагнить, какой-то железяки, например, вот так хлоп, и оно будет так висеть. Ну, то есть удобно. Вот, даже, я не знаю, если на чем показать. Вот у меня есть отвертка. Она примагнитилась. Потому что это магнит. То есть можно спокойно какой-нибудь, я не знаю, железяки, хопа, к двери какой-нибудь железной, и оно будет светить. Вот, здесь получается магнит. Это, естественно, на голову одевается. Регулируется. Ну, я, правда, не регулировал, мне подходит. Так-то, в принципе, можно вот эту вот штуку подтянуть. Вот здесь ничего не тянется, здесь просто держится, регулируется только с этой стороны, то есть можно тянуть. Хотя оно, в принципе, вытягивать уже некуда, оно, в принципе, так на максимум. Можно уменьшить, вот, если голова маленькая, можно уменьшить. Потом наклон меняется, то есть здесь вот, вот она, вот эта вот штука, вот она держит типа скоба вот это, и оно вот может поворачиваться. Ну, изначально, я вот так где-то поставил, чтобы как раз ты смотришь, оно тебе под руки светило. Здесь такая вот крышечка резиновая, которая защищает от влаги. Блин, ее еще открой, попробуй. Вот за забияка, сейчас мы ее... Алло, ну вот, эта кнопочка, собственно, вот зарядка, куда вставляется эта кнопочка включения фонаря. Вот она включается раз... Два включается этот фонарь, три вместе горят. То есть это ближний свет, это дальний свет, а это два вместе. Ну и вот эта лампочка ближнего света, это дальнего. Она, кстати, еще из типа стоит увеличение стекло увеличитель, но вон там сам светодиодик. А здесь есть увеличительное стекло. Ну, то есть видно, вот оно становится четче и уже не четче. И вот оно выдвигается. И таким образом можно менять луч. То есть, вот если выключить свет, допустим. Ну, правда, вспышка на телефоне все равно включена. Включаем фонарь. Вот это вот, ну, типа, ближний свет, вот он. Ну, даже какой-то отблеск появился. Лампочек. Вот он, ближний свет, типа. Хотя, не, лучше, наверное, сейчас в комнате весь свет выключить. Хотя, в принципе, оно и так видно. Вот это вот ближний свет. Это дальний. Это оба, это, не, вот так, и можно его даже, то есть вдаль, так оно поближе светит, а так еще дальше будет светить. Когда его вытягиваешь, оно будет еще, по идее, точка собирается в кучу и может светить еще дальше, то есть освещать путь. Ну, то есть удобная такая штука. Могу попробовать выключить свет вообще в комнате. Все, осталась только вспышка от телефона. Ну, просто она не выключается в момент съемки. Ну и вот, включаем. Это ближний свет. Хотя, в принципе, ничего не изменилось. Дальний, дальний и ближний. И дальний можно вот
уменьшить. Ну вот, вроде бы такой простой фонарик, но при этом такая удобная и нужная штука. То есть ты надел на голову, можно даже и на велике ехать, с вот этим вот включенным ехать, себе под ноги светить как бы. Или если где-то какие-то ремонтные работы делаешь, вот он включил, и оно все вокруг тебя под руками освещает. Тоже удобно. Ну, либо если ты идешь где-то даже тоже так по улице, к примеру, на работе тебе нужно смотреть какие-то дальние, ну, или просто где-то, где тебе нужно вдаль смотреть, все подсвечивать, он включил и светишь. Короче, удобно. Такая вот штука. Такой фонарик. Ну, в общем, я думаю, хорошая покупка мне. Мне вроде он как понравился. Пока что еще, ну так, просто тестовые проверки включения были, а как он вообще дальше будет работать. Ну, посмотрим. Ну, так, вроде как нормальный хороший фонарик. На первый взгляд. Вот. Как-то так. Ну, а на этом все. Всем пока.